Всем привет, это видеоверсия сайта военноедело.ком. Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о встрече Путина и Эрдогана. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что речи о возможной двусторонней встрече Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 5 марта пока не идет. Прорабатывается возможность встречи в многостороннем формате. Сейчас идет согласование графиков президентов. Пока решение не принималось, сообщил журналистам Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что на данный момент не все потенциальные участники дали согласие на эту встречу. Напомним, ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что 5 марта очень рассчитывает на встречу с Владимиром Путиным. Турецкий лидер собирается обсудить с российским президентом ситуацию, которая сложилась в сирийской провинции Идлиб. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.